программа про спорт. И сегодня наша долгожданная тренировка с Тимуром Арагвелидзе. Да, дорогие друзья, не прошло и года, как мы собрались, договорились и сделаем сегодня наконец-то нашу совместную тренировку. Мы, собственно, проверим возможности Катерины, насколько она все время говорит нам в сюжетах, что она готова, что она постоянно занимается. Ну и я с удовольствием покажу свои возможности. А может, это и невозможности для кого-то. Но в любом случае проведем совместную тренировку. И у меня так как сегодня день груди и трицепса, поэтому мои упражнения будут все-таки направлены немножко на эту группу мышц. Но вот, Катерина, тебе я предложил сделать full body. Это значит, что полная тренировка всего тела. То есть мы не то что нагрузим все тебе, но проверим грудь, трицепс, бицепс, ноги, спину, все сделаем, чтобы было по красоте. И так как я буду сегодня вести тренировку, ну, условно, опять же говоря, вести тренировку, с тебя тогда разминка. Отлично. Потому что мы с тобой уже не молоды, нам надо размяться, разогреться перед тем, следует, как мы будем выполнять упражнения. Ну что, поехали? Начнем. Начнем. Давайте с разминки. Ну что ж, начнем нашу разминку и прямо сейчас будем разминать шею. Ты готов? Да, конечно, всегда. Так, делаем в разные стороны. Тебя смотреть, как было видно. Теперь вверх, вниз. О, хорошо. О. Круговые. А нормально, что болит, да? Болит? Нормально это? Ну, ты разминаешь ее, я, да? Я разминаю, видишь? Сейчас разминаю. Можно еще вот так делать. Вот так. Растянуть, да, мышцы? Да, да, да. Ну, голову мы сегодня качать не будем. Сегодня конечно, будем качать только мышцы, поэтому давай куда-нибудь в другое место перейдем. Дальше начнем ручки разминать. Так. Так, вот так. И делаем в разные стороны. То есть разминаем при этом спину, но говорим, что мы разминаем ручки. Ручки. Ну и ручки тут тоже работают. Так, теперь вот так. Следует, а то у нас предстоит такая тренировка. Так. Все-таки ручки. Ручки? Ну, немножко, да? Ручки. Немножко ручки. Локоточки. Оп. В обратную сторону. Оп. Еще вот так сделать. Да, давай. Так, совместить. Вот так. Вот так. Больше, да? Запястья, конечно. Ты лучше меня знаешь, как разминку проводить. Еще бы. Какой у тебя стаж, кстати? У меня именно прям в одном спортзале 13 лет уже. О. Да, я уже почти с основания так занимаюсь, не знаю, всю сознательную жизнь. Так, вот так. Ну что, давай, так. Ноги, да? Ноги, давай, может быть, сделаем вот так. Вращательные движения, да. Сустав. Это, да? Шпагат мы сегодня садиться тоже не будем, да? Носочки, да? Все, ты прям, знаешь, вообще уже не успею сказать, ты уже все делаешь. Так. О, хорошо. Все размяли. И самое главное в ногах. Это надо чуть поприседать. Давай. Чтобы колени не выступали, да, за уровень носков. Угу. Делаем вот так. Опа! Опа! Хорошо. И еще. Еще хотя бы раза четыре. Ну ладно, все, хватит. Все. Отлично. Ну что? Так. Мы бодры. Нормально? Мы бодры, веселы. Веселы и готовы уже. Итак, сначала я предлагаю начать тебе с крупных мышц. Угу. Это мышцы груди, крупные. Это мышцы груди, крупная мышца. Это мышца спины, крупная мышца. Это крупная мышца квадрицепса. Начнем с них, угу, а потом дополним их трицепсом, бицепсом, плечами, пресс. Отлично. Возможно. Давай. Да? Куда идем? Приступим. Итак, я предлагаю со скамьи начать, о, с жима, так, потому что я делаю уже жим, я расскажу вам, что я уже, собственно, немножко начал разминаться, поэтому у меня уже идут рабочие.
рабочие веса. Поэтому сначала я сделаю свой подход, потом мы разгрузим штангу и сделаем с тобой. Хорошо. Я надеюсь, мне получится. Поехали, друзья. Итак, выводим. Переводи штангу. Еще, не опуская, пока просто переводи ее чуть ниже. Вот так. А теперь медленно опускай под грудь. И выводи наверх. В это же положение. Еще раз. Еще раз. Да. Оп. Еще раз. Не сюда уже. Вот, вот так. Да. Отлично, посмотрите, какая мощь. Давай. Какая стать. Еще разочек. Тяжело? Есть такое. Давай еще раз. Тяжело, говорит. Ой, я не вытяну. Давай, давай. Я не могу. Давай, давай, давай. Реально, помоги, пожалуйста. Ну как ощущения? Ощущения, конечно, невероятные. Мне кажется, ты немножко вспотела. Да я точно уже, да. С тобой прям вспотеешь, это по-настоящему. Да. Слушай, ну, надо будет сделать еще подходик хотя бы, чтобы мышцы твои, ну, просто вот прочувствовали эту нагрузку. Я понимаю, что ты все время бегаешь, все время там такие какие-то другие нагрузки. Да, у меня силовые нагрузки, это совершенно другие нагрузки. Да, поэтому мы все понимаем, но так как я сегодня веду тебе тренировку, ты можешь свою тренировку придумать и сделать. Но вот сейчас надо будет сделать еще. Тимур, вот мне интересно, сколько раз в неделю надо тренироваться и что делать, чтобы вот поддерживать себя в форме такой, как у тебя? Это надо много есть, много тренироваться, хотя бы 4 раза в неделю. Ну, нет, не 4, 3 раза в неделю. Нормальные веса, ну, то есть нормальную нагрузку делать, и все будет. Правильно питаться, не стрессовать. Вот, это, собственно, не секрет ни для кого. Высыпаться, наверное. Высыпаться, да? Обязательно. Утром не вставать, как мы с тобой делаем. Ну, ничего, сейчас тебе покажу. Тут у меня рука немножко болит. Ну, я сделал по-другому немножко. Другим хватом подтягивать. Я пойду делать сейчас наклон на скамье, жим. А ты, если захочешь, можешь сделать. Но тебе надо еще один подход сделать. Еще один? Обязательно. Итак, значит, Катя, скажи, ты что сегодня завтракала с утра? У меня была овсянка с медом. Овсянка с медом? А у тебя? У меня и яйца в сметку. Я нахожусь на низкоуглеводистой диете. То есть я употребляю меньше углеводов. Но тебе для начала тренировки, для того, чтобы ты смогла что-то сделать, нужно, конечно, поесть кашу. Это правильно, дорогие друзья. Между тем, на штанге у нас плюс 5,5 килограмм. Сейчас посмотрим, как Катерина сделает третий подход уже. Я надеюсь, меня не раздавит. Давай, надейся. Вообще, может, даже и не надейся. Давай. Кто будет вести с тобой утро? Я и лепешка из Кати. Так, ручки сюда по рисочкам, чтобы у тебя было. Помнишь? То есть да, это должен быть под прямым угольчиком. Чуть-чуть отпусти. Вот так делай. Итак, снимаем медленно, снимаем и выводим на ту уровень. Помнишь, да? Да. Давай. Раз. Оп. И туда. Ведем. Не, ведем туда. А
еще вот так, да? Еще даже туда. Вот так. Я держу вместе с тобой, конечно. Поехали. Давай, давай. Оп. Еще раз. Давай, 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 давай. Можно все? Нет, нельзя. Давай, давай. И... Ура, я сделал. Ладно, грудь. С помощью Тимура. Это не твой профиль, как бы мышцы, не надо тебе особо это качать. Поэтому мы сейчас перейдем к другой, крупной группе мышц, которая называется, собственно, широчайшая. Поехали? Отлично, поехали. Туда. Ну что ж, мы, собственно, медленно перешли к... Медленно, потому что уже устали. Перешли, значит, подтягиваем к тренировке спины широчайших мышц. Вот, и сейчас, собственно, я продемонстрирую, как это надо сделать тебе, чтобы по фэншую. Ну, так как Катя уже сказала, что она очень много подтягивается ежедневно, поэтому, думаю, с этим проблем не будет. Конечно. Да? Все, покажешь? Ну, собственно, да, нужно сделать вот подобное движение. Сможешь спросить? Без проблем вообще. Ну все, сейчас, собственно, все проверим, дорогие просто. Друзья. Давай, залезай. Хоть тянем чуть-чуть. Да. Прямо вот туда. Четыре. Так, только не говори, что надо сделать 10. Давай, давай еще. Еще один, давай, мутей! Садись. Садись, а не ложись. Ну, вставай быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо сидится? Да. На самом деле мы сейчас будем делать с тобой еще одно упражнение на одной группе мышц. А, трицепс. Знаешь, что такое трицепс? Конечно. Знаю, вот здесь находится. На самом деле мы сейчас скачаем трицепс. Это делать можно где угодно, когда угодно. То есть чем полезно, если какие-то упражнения, которые мы с тобой делали, мы не могли бы сделать, например, в рамках дома, то это можно сделать. Давай. Делать очень просто. Готово. На скамейке, на обычной. Угу. На диванчике, дома. О, отлично. Да. На диванчике, да. Дома. Мне уже нравится. Чуть-чуть. Берешь вот так, ставишь ножки вперед, угу. Вытягиваешь, поп свешиваешь и аккуратно сгибаешь в локте. И возвращаешь. Угу. Сгибаешь, возвращаешь. Сгибаешь, возвращаешься. И так раз повторение 10 сделал. 10? Хотя бы. Да. 10? Попробуем? Хорошо, пробуем. Пробуем. Прямые ножки. Прямые ножки. Вот да. Так. Да? Да. Сейчас проверим. Оп. Пониже. О. 4. Это 3 было. 4. 8. А для тех, кому тяжело делать подобное упражнение, можно его немножко облегчить. Да, правильно, ты абсолютно делаешь правильно. Это делать так. Мы не прямые ноги делаем, а немножко сгибаем. Mm-hmm. И у нас получается немножко другой угол, чуть полегче. Да? Да, так даже лучше. И, друзья мои, я вам напоминаю, что я не претендую на звание фитнес-тренера. Если я что-то делаю там неправильно или что-то, обязательно пишите нам наш телеграм-канал, исправляйте точно. Меня. Да, очень важно. Но я вот таким способом как бы тренируюсь и, слава богу, конечно, в такой форме. Немножко вау. Потренировался и, собственно, заработал все, что есть. А еще один подход обязательно надо сделать. Хорошо, я готова.
секунду отстать. Вообще-то здесь ноги качают. Да? Да, разворачивайся. Все, теперь поняла. Итак, смотри, мы с тобой сделали, ну, конечно, понятно, ускоренному типу. Мы сделали крупную грудь мышцу, сделали широчайший, ты уже подтянулся несколько подходов. Сейчас еще одну группу, крупную группу мышц, это квадрицепс. Угу. Для этого мы делаем приседания. Приседания – это имитация со штангой. Тебе будет помогать тренажер. Я покажу тебе, что надо сделать. Отлично. Надо встать ровно. Угу. Выпрямиться, ноги чуть-чуть вперед уводим. Да? И потихонечку, опираясь, грубо говоря, на штангу, приседаем. Возвращаемся назад. Можно глубоко этого не делать, на уровне 90 градусов. Получается? Получается, отлично. Это получается у тебя лучше всего. Видимо, от того, что ты любишь бегать, ходить. Бегать, да, большая. Еще два. Семь. Восемь. На самом деле, ты можешь больше сделать. Ну что, Катя, как твои ощущения? Ощущения невероятные. Конечно, начинать свой день с тренировки – это очень круто. Ну, во-первых, это очень круто. Во-вторых, это очень полезно. И в-третьих, это очень красиво. Совершенно верно, я согласна. То есть поддерживать себя в форме – это всегда здорово. Что я могу сказать? Ты сама наверняка почувствовала, ну и зрители, может, увидят, что у тебя из отстающих мышц, что у тебя получается, над чем надо делать основной упор в твоем произведении, так скажем. Вот. Но, по сути, у тебя очень большой потенциал. Ты, по крайней мере, слышишь. Ты, по крайней мере, стараешься все делать правильно. Не то, что ты совсем как бы профан. Я так подозреваю, что ты ходил, занимался. Я ходил, но я забросила, честно говоря. Ну, ты делаешь аэробные нагрузки. Это важно, когда ты бегаешь. Это очень важно. Так вот, я составлю тебе небольшую тренировку, направленную на все группы мышц. То есть это мы просто с тобой сейчас пробежались. Mm-hmm. Вообще, даже по верхам, можно сказать, не прошлись. А там на каждую группу мышц по много-много упражнений разных есть, которые мы обязательно сделаем. Возможно, мы уже, ты подготовишься, мы запишем еще одну тренировку. Я не обещаю, но возможно. Вот. И, собственно, я думаю, что ты окрепнешь. Что ты можешь пожелать нашим телезрителям сегодня? Дорогие телезрители, занимайтесь спортом обязательно. Поддерживайте себя в форме в любое время года. Обязательно. Ну, ты в порядке? Я? Отлично. Просто. Фух. Ну и приснится же такое. Фух.